экране, нету это мы вверху две черты опера, где мы работаем. То ничего нету. Яндекс вылез, зачем, не знаю. Вроде бы давайте я... демонстрацию экрана включите. Давай. Демонстрацию. Около сердечка справа два квадратика. Так, подожди, где два квадратика? Володя, иди сюда. Около сердечка справа. Справа два квадратика. Доступ к интернету, так? Нет. Нет, это в скайпе самом. В скайпе надо? Да. Что тут нажать? Подскажи, вот это вот что ли? Ну, скайп-то зачем свернули его? Сейчас, на, садись. Да что я садиться-то буду? Ну садись. Кто за это не вижу ничего. Кто за компьютером-то сидит-то? Не я же сижу. Этот закрой. Мир. Вон она, вон две. Вот эти вот, во. Мир тебе, брат. И начать демонстрацию, да. Ну. Беда прямо. Так, давайте заходите в оперу, что там у вас? Ну вот в оперу я захожу, нажимаю в оперу, она вот Яндекс выбрасывает. А которая у меня опера-то была, ее и не видать. А тут какая-то вверху, вон там что-то. Так, а закройте это, закройте. А что, нет, все правильно же, а что тут такого-то? Так, ну, что, закрыть? А еще раз, теперь еще раз нажмите, еще раз. Закрыть как бы, да? Нет, нет, еще раз на оперу нажмите. Оперу. Да. А, я понял, у него все закладки закрылись. Ну опять Яндекс этот вылазит. Да это не Яндекс. Так, сейчас. Правый кнопка. Смотрите, видите сверху, где вот эти все закладки есть сверху? Да. Где пустое поле? Да. Вот выше, поднимайте выше. Вот. Правой кнопкой, вот чуть пониже, да. Правой кнопкой. Ну, так. Нет, повыше. Извините, запрос. Нет. Сейчас я буду говорить, что делать надо. Садись, вот тут, да. Смотрите, здесь написано открыть последнюю закрытую вкладку. Слушай, еще куда еще открыть? Нажать. Открыть последнюю. Нажать, да. Посмотреть, что там последнее-то было. Понятно, ничего не было. Помнишь, как все закладки? Как она могла исчезнуть, я понять ничего не могу. Я возился совсем другое, с папками. В отработанной папке решил проверить. Проверять начало в двух папках там файлы. Вам надо это, вам надо вернуть вот то, что у вас было много всякого открыто, да? Да. Вот здесь у меня вверху все мои, самые верхние, там все есть. И как... Какие новые комментарии идут, и работаем по ним. А внизу это, от которой осталось, а по ней я и нормально. Ну вот смотрите, справа, прям справа сверху, там такие как бы черточки, еще правее. Закрою. О, открытые вкладки, так. Сейчас. Это вот все, что было у вас открыто. РПЦ отменял вот это, да? Мне надо вернуть сейчас. Это все. Я без нее как без рук. Сейчас сделаем. Так, TeamViewer у вас есть? Что вот нет, смотрите, правее, видите, еще правее. Вот, нажмите. Вот это? Нет, простая настройка, вот. Да. Ничего нет. Так, все понял. Так. А почему она появилась-то? Я не могу понять. Я совсем другим делом занимался, с папками. Да там сбросилось все. Ну смотрите, просто можно заранее все опять пооткрывать. В YouTube просто откройте, вот YouTube. YouTube открывай. Вот это? Вот. Да. Откройте YouTube. Ну, это ничего не дало мне. Так, теперь. Сейчас я увижу. Вот справа там Игнат Тихонович нарисован справа с книгами. Значок справа. Ну. Вот на него. Творческая студия. Ну-ка, где? Твор. Ниже.
Вот, вот. Да, да. Так. Теперь снизу классическая версия. Ниже. Вот, вот, все нажать. Здесь пропустить, пропустить. Да хочу, все заново восстанавливать так. Я думал, она вернется просто та верхняя. Сейчас, ну, как шло по ней. А это ой-ой-ой, сколько. Ну, а у вас скажите, что там было, вот помимо этого, что еще было вам важное? Там у меня две все время, я их неприкасаемые были, там мне жалко-то. По одной Катере новые комментарии дают. Я их сразу, она открыла. Вот, смотрите, а вторая, вот это тут новый. Система выбросила там матершинки одни. Там только одна кнопка была, нажать и блокирует их. Я думал, ну вот смотрите, сразу, одна такая была, вот одна такая была. Вот. Ну не такая, нет, не такая. Она была развернута во весь экран. Во весь экран, я по порядку идут, что кто сказал. Я их сразу определяю, кого выкинуть, кого оставить. Тогда, Володь, ты сейчас, да, за компьютером там? Ну да. Смотри, справа сверху. Справа. Ну, где именно? Две точки. Ой, две линии и около него такая вниз стрелка. Вот это, да, нажми. Я думал, она вернет сразу всю. А по одной это даже не знаю, вернется она или нет. А открытки, открытые вкладки, что это такое? Вот, вот, это то, что было до этого открыто. Ну и что, нажать? Да, до этого. Нет, не открытые вкладки, а это открытки не надо. Вот тут, видите, список того, что было до этого открыто. Вот, и тут надо выбрать, вот сверху. Сверху самый, видите, канал у вас, видите, вот этот. Нажмите, попробуй. Так. Это пусть открыто будет, да. Это ладно. Открыто тоже было, да? Нет, не открыто, а закрыл я ее. А вы как в чат-рулетку выходите? А, ну вы знаете, как ходить, ладно. Да у меня вон внизу. О, а ее тут и не. Вон она, там видать, ее чат-рулетка, вон она. Да, да, все, все, все понятно. Я все я понятно. На нее нажимаю, когда открываю новые какой-то каналы. А отслеживание, отправление, почта. Это уже. Это. Было уже открыто. Ладно, это отправлений не надо. Нет мне, которые поступают только. Вот смотри, слева, самого лева, есть YouTube менеджер видео, вон. Самого лева, сверху. Да, я вижу. Нажми, попробуй. Слева. Во, вот это вот. Вот, так, вот это вот. Вот такой был. Но ему еще надо комментарии открыть. Мне комментарии открыть, и которые сама система их показывает, что только выкидывать там, нецензурное. Вот, все, все. Не-не, сейчас не нажимай пока, не нажимай, Володь. Открой еще одну вкладку, видишь, сверху плюс. Около вот этой вкладки сверху плюс. Да. И опять YouTube менеджер нажми опять. Слева. Так это, надо нашу открывать. Вот, Володя, наша. Нет, 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 нет. YouTube менеджер опять, я скажу, сейчас все сделается. YouTube менеджер слева, вот это. У нас открывается YouTube. Щелчками там. А, вот этот? Да. Этот, да. Вот она открылась. Я теперь могу ее куда угодно унести. Но у меня тут нету сейчас ни форума, ничего нету. Ни Mail.ru, ни Mail.ru. Сейчас. Это что-то не то. Не, не, вот смотри, на YouTube менеджер. Как-то ты до этого зашел же. Вот YouTube менеджер нажми на него. Просто нажми. Чикни. Вот она. И что тут? Она и открывается. А без этого. А как тогда тут панель. Видео на канале это где-то да открылось. Вот она. Не могу понять. Вот видео. Вот хорошо, тогда так сделай, смотри. Видео на канале, видишь, у тебя этот есть. Сверху вкладка. Видео на канале называется. Другой сверху. Крестик открывать надо, там эти не трогать уже. Нет, это ничего страшного. Вот видео на канале. Ну, сверху. Вот, вот, нажми, да, нажми. Нажал.
Правой кнопкой на него, правой. Как боялся этого, так все и случилось. Дублировать вкладку, дублировать сделай. Так, ну ладно. И вот, и теперь слева, слева комментарий нажми, слева. Вон там внизу, вон, комментарий. Да. Вот опубликованные. Вот это одно. О! Все, теперь смотрите, две, вот эти закрой, все закрой, кроме вот справа канал «Во свете Библии» это оставь, панель управления закрой. Так, подожди, подожди, ничего не нажимай сейчас, подожди. Панель управления какая? Не торопись, уже до... Теперь надо найти, которую она сама показывала, что там сквернословие. Открыть еще один надо. Вот, на проверке которую. Вот такую же надо. Да. Вот. Вот, а это еще вам третью надо? Да, да, да. А открыть там... А так вы между ними можете перешагивать, видите, опубликованы и на проверке. Нет, вы, тут не надо, не надо два открывать для нет, этого. Нет, брат, иначе оно все удобно именно сразу, чтобы обе открыты были. Две рядом тогда, были, чтобы... Тогда правой кнопкой на комментарии на канале сверху нажми, правой кнопкой. Да, Володя, ты не это сначала открой, на ней работай. Эти уже не трогайте, раз открыли-то. Это, нет, это все правильно. Дублировать вкладку, дублировать. Вот. Сейчас здесь нажать, на проверке, да? И здесь на проверке нажать, да. Ну все. Ну что, оно то же самое. А почему то же самое? Вот на проверке. Это то... А здесь опубликованное. Да. Ну. Только поменять местами надо будет. Да. Здесь вот то, что где работаем с роликами. Вот это. А это вот это может закрыть, наверное. Подожди. Да, эту закрыть, она не нужна мне. Вот это есть туда. Давай-ка сейчас это, я насажу, что надо мне. Так, маленько не отходи пока, отниму время. Володя, показывай, где мой мир. Так? Открылось? Да. Я теперь увожу туда его наконец. О. Мой мир. Хорошо, это сохранилось. Так. Куда вы его увели-то? В угол левый надо мне увести. Вот она почему-то не идет. Да, вы вверх, потому что поднимаете ее. Вверх. Там надо прям строго идти, строго по этой, да, ровно. Ни ниже, ни выше. Выше поднялись опять, ниже опускайтесь. Вот, а теперь вот это ее убрать надо. Закройте. Яндекс. Теперь снова я открываю вот сюда вот. И нахожу форум мне надо теперь. Сейчас по порядку. Сначала мой мир. Так, маленько подожди. Опять. Ух. А то что она вот это висит-то? Вот оно. Сейчас и новое сообщение. Все, теперь я его потащил дальше. Вот. А это что? А это сюда надо простой. Ну нет, здесь я буду работать сейчас. Нет, тогда мы ну, подставим. Простой, вот он, самый справа, ваш канал, если. Сейчас, подожди-ка. Вот сюда сейчас мы оттуда перетащим канал. Он у вас уже открыт, вот он, последний, предпоследний. Это сейчас мне ну, нужно открыть, во свете Библии туда рядом поставить. Сейчас растяну маленько. Выше подняли, выше подняли. Выше поднял. Ну, это мой мир. Канал. Канал. Во, вот не получилось, закрыть надо. Так. По свете Библии. Вот теперь я веду его. Ну, что же так это? Вот сюда, все. Теперь вот здесь вот это вот. Это не это, здесь надо сейчас эту простую завести. Вот такая. А вот простая у вас вон, последняя, посмотрите. Последняя простая. Можете ее не на дно вот. Пускай две будут. Сейчас, минутку. Я... У вас уже две, вы наплодили две уже. И так две. Две. Сейчас вот эту. Три уже будут. Остальные уберем тогда. Так. Вот. Вот теперь мы на это зашли. Ну а теперь что тут это. Ты ее не трогай тогда, вот здесь другую откроешь. Так, это что?
это вот, на котором можно мне работать. На которой тебе работать можно? Это дальше уберем. А это проверка, да? Ну это закройте, да, видео на канале. Вот это, да? Да. Закрыть. А это? На проверке. На проверке. Я вот так надо. Вот так. А теперь это что? Для работы. Это для работы, да? Один оставить? А? Ну, конечно, одну. Ну, ты этой будешь работать. Ну, а что-то, если надо рулетку вот рядом. Ну, спаси Христос. Я-то думал, она сама выскочит-то, черта куда делась. А что по одной-то восстанавливать, у меня и даже не подумал об этом. А что это? Да оно там сбросилось. Сбросилось. А почему? Ну, а есть потом... такое сочетание, при котором, если неправильно закрыть, то оно сбрасывается. Так я не закрывал. Я работал с папками. Ну, что-то где-то не так нажали, и все. Володя, а что вот это белое-то? Для чего оно стоит? Это брат наш Вячеслав. Это я смотрю оттуда. Ага. Ну, еще, спаси Христос. Спаси, ну, спаси Христос. Начинаем работать. Все, с Богом. С Богом. С Богом. Вот, с Богом. Как он быстро расправился с нами тут.